Леха сказал вообще, сколько попыток у него есть? 5. Вот, Леша говорит 5 попыток, это не я говорю. Почему такой жестокий Леха? Потому что он знает, что все, все в этом мире идет через гимнастику, да, Леха? Не, ну мне стрёмно становится, реально какая-то жопа. Я думаю, зачем мы приехали сюда? Ты умеешь делать колесо? Нет. Да. Хорошо. Умеешь делать? Рандат делается то же самое, что колесо, только в конце соединяются ноги. Понял? Он всегда делает так, что это очень легко кажется. Конечно, это очень легко. Сделай разделе сначала рандат, а потом сальт. Смотри, как рандат сделать. Потом прокомментируешь, на кого он похож. На обезьян. На обезьян? Даже хуже. Вот уже получше. Мне кажется, он наоборот хуже. На горных хватит подстрекать ребенка! В предыдущей жизни он был топором, тебе не кажется? Кажется. Топор у нас один. Что думаешь? Плохо очень. Мы не считаем, да, такой? Ты сальто? Сальто надо делать в темпе. Ты делаешь рандат, остановки и сальто. Не считается, да? Если ты, если, короче, больше 3 раз ты не выполняешь, всего 5 заданий, но если ты 3 не выполняешь, то потом тебе вся съемочная группа бьет по жопу. А как так? А как? Ну а что, Лех, Лех, тогда посильнее заряжай на это. Давай. Стали, а? Ты машина, ты сможешь. Я смогу. Что было плохо? Он ногу надо на через стойку, что прошла, он ее через сторону пробросил. Лех, давай внимательно посмотрим, у него осталось, если что, 3 попытки, он уже 2 свои просрал. Леха, внимание, готовь еще. Ну чё? Сальто было. Ну не считать его. Да. Не считать. Почему? Потому что группировку надо брать, ты сальто делаешь назад. С ума сошли, что ли? Реально, вы серьезно? Конечно, а как не серьезно-то? А еще боком как-то. Он отвернулся? Он не может смотреть на это. Он вообще боком сделал, не считается. Он не может на это убожество, у него слезы текут. Ну что, Лех, последняя попытка. Как думаешь, сделать сейчас? Ну я близок, Лех. Ну как это вообще так? Давай, сделай назло нам. Сделай, подойди. Что тебе, трудно, что ли? Мне не трудно. Подойди, махни через стойку. На приземлении. Это сложно. На приземлении, когда ты с рандата идешь, жестко встреть. Руки впереди, вытяни. Я вообще ни разу это не встретил. Ты руками не махаешь. Ты делаешь рандат и назад летишь. Ждешь, пока тебя перевернет. Махни быстро. Не считается. Поджопник. Лех, серьезно, что ли? Да ну нет. Значит, опять жестко пробьет. Double KO. Не повторяйте этот челлендж. Лех, показывай, что надо ему сделать. Надо сделать так, чтобы она осталась на месте. Неважно, как ты будешь прыгать. Лех, как называется следующее наше испытание? Прыжок. Сколько попыток у меня? 5. 5? 5 это ничего. Наконец-то, да, хоть что-то? Он-то не знает на самом деле, что это не гимнастика, и мы для него это просто вообще сделали, чтобы он порадовался хоть чему-то. Потому что из гимнастики он ничего не может сделать, правильно? Давай, пить. Что вы там говорите? Ой, ничего. Я рандат сальто сделал.